Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Лам. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Пока неплохо. Нужно забивать и выходить вперед! Катает мяч перед чужой штрафной. Все-таки арбитр поднимает флаг, посчитал, что было положение вне игры. Алаба. Может получиться интересная атака. Голкипер забирает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Озил. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. И вот потери в центре поля. Это может быть опасная атака. Лам. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Любопытное решение, и давайте посмотрим, к чему это приведет. Мяч у соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Пас голкиперу, тянут они время. Неплохо задумано. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Очередная потеря. Левандовский. На пару решили разыграть эту комбинацию. Это может быть опасно. Загружает мяч в штрафную площадь. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Да, над входом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Мяч будет введен из аута. Ушел мяч. Аут. И пас обратно. Скучновато. Потеря. Все, в оборону.
Активнее сейчас хозяева будут действовать, судя по указаниям тренера. Да, уже, наверное, пора поиграть в прессинг. Де Йон. Алаба. Месси. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Аут. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Посмотрим за этой атакой. Великолепно исполненный пас в разрез. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Пока неплохо. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Де Йон! Гол! Они ведут в этой игре! Без единого шанса для вратаря. Великолепный удар головы. Очень здорово исполнил. Прицельно, мощно, результативно. Я уже думал, что не увидим мы голов сегодня. Однако вот случилось чудо. И теперь им надо догонять. А это означает, мы увидим футбол совсем другой. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Может получиться интересная атака. Левандовский. Вратарь что творит, а? Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Вот это удар! Вот это спасение! Команда уже ведет в один мяч и с этого углового может забить второй. Вот как должно... Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Месси. Какой-то, знаете, между собойчик. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? В этой атаке оборону пройти не удалось. Де Йонг. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Кросс. Позил. Месси. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Защитник перехватил передачу. Ну, действительно, хозяевам можно и попрессинговать немного. Ну, если есть силы, то почему бы соперника действительно не попрессовать немного? Это может быть опасно. И это удар! И все прахом, да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент. Старались, создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Неплохой заброс вперед. Буатен. Еще много времени до конца матча, 30 минут.
Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Хороший пас во фланг. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отлично сыграно, надо решать. Здорово, Адам. Товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а? Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды, которой надо забивать. Хозяевам нужно удержать победный счет и, главное, не переходить ту грань, после которой арбитр будет считать такие действия затяжкой времени и начнет показывать желтые карточки. Терпеливо ждут они своего шанса. Пас в штрафную. Опасная подача, но защитник на месте. Активнее сейчас хозяева будут действовать, судя по указаниям тренера. Да. И как опасно пробил. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Месси. Это может быть опасно. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Решил пробить. Вратарь! Вот это сейв! 20 минут осталось играть. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Пока неплохо. Мяч перешел к другой команде. Алаба. Терри. Лам. Модрич. Опасный момент. Ушел мяч. Аут. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Получает мяч на ходу. Навес. Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Часами тренировок на игры. Удар. На месте голкипер. Все в порядке. Мяч уходит на угловую. Атака остановлена, но кто получит мяч? Пике Бернабеу. И пошла передача. Буатен! Арбитр назначает штрафной. Де Йонг. Это может быть опасно. Месси! Прекрасный гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Блестяще! Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Это может быть опасная атака.
Надежно играет защитник. Атака прервана. Судья решил добавить 3 минуты. И как пробил. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Положение вне игры. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну что же, матч окончен. Счет 2-0. Де Йонг. Это может быть опасно. Месси! Прекрасный гол! Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество.